Всем привет, я Алена, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео мы будем с вами обновлять мой маникюр, которому уже, а сколько, 2 месяца. У меня вообще времени не было, у меня был френч. Как видите, вот остались только вот уголочки чуть-чуть беленькие. Были достаточно длинные, мешались, я их обкоротила, в итоге они все равно отросли у меня и уже невозможно ходить с этим, поэтому буду снимать. Какой дизайн будет, еще не придумала, хочется побыстрее сделать, возможно, однотонка, но не факт. Все как войду в кураж или не войду, посмотрим. Поэтому снимать буду, как обычно, своей керамической фрезой с красной насечкой, такая кукрузка. Давайте уже начнем. А, не видно, да? Сейчас чуть-чуть поближе делаю. Девочки, я знаю, что у меня вытяжка не очень хорошая. Не надо ругать меня за вытяжку. Я ее не сама покупала, мне ее подарили. Я не мастер, я делаю сама себе. Если я делаю что-то не так, ну, я сама на этом и учусь. Я показываю, как делаю я, а не как надо. Так, покрытие я сняла. У меня вот такая длина. Я ее тоже буду убирать, но сначала зачистим кутикулу. Что-то голос у меня немножко охрип, хотя я не простывшая. Вот так отодвигаем. Кто-то апельсиновой палочкой, кто чем. Блин, как неудобно, когда камера стоит вообще. Из камеры это все дольше делается. Без камеры, конечно же, это быстрее все происходит. Что надо следить, чтобы ты не вышла из кадра, что я делаю периодически. Выхожу из кадра. Вот так, в общем, кутикулу отодвигаем и начинаем зачищать. Так, кутикулу я отодвинула. Начинаем зачищать. Стараюсь по ногтю
не елозить. Хорошо убираю боковые валики. Они у меня такие достаточно жесткие. Еще и фокус не ловится, да? Я без фокуса работаю? Ёпа мать. Отличное видео будет. Просто. Так, каждый пальчик. Так, переключаем реверс и в другую сторону. Все делаем, все то же самое. Подчищаем нашу налипшую кутикулу. Но она не менее сильно налипшая, поэтому много чистить тут надо. У меня в основном боковые валики, много сухой кожи. Непонятно тут, что у меня вообще. В общем, я хорошо боковые валики обхожу. Все было чистенько, чтобы покрытие у меня держалось долго. Ноготок треснул. Ну, ничего страшного. Так. Что у меня там? Вроде все чистенько. И немножко пошлифуем боковой валик. Проверяем. Так, вроде все чисто. И так все ноготулечки все. Так, я кутикулу обрезаю ножничками. Вот таким образом. Так, у меня заело. Получается, у меня маникюр комбинированный. Я зачищаю все фрезером, а убираю уже, состригаю ножничками. Полностью аппаратный маникюр я крайне редко делаю, поэтому... У меня получается комбинированный маникюрчик. Мне так проще и быстрее. Поэтому кому как удобнее, кому-то фрезой проще убрать кутикулу, мне проще ножничками, не так быстрее. Так, все, пальчик обрезали, все то же самое на остальных. Так, я зачистила всю кутикулу, теперь мне надо убрать длину и сделать форму. Где-то я буду это делать пилкой своей Stalix Pro. Такой пончик у меня. И здесь 240 грит. Она очень мягенькая. Много не пропилишь. Очень удобно. Что-то у меня голос совсем уже никакой.
Дома грустно, скучно. Муж уехал в Москву на сутки там по работе. Сегодня уехал утром, завтра вечером вернется. Ну, дома очень скучно. Так, давайте приклеивать металлической основе. Стараюсь это делать ровненько, потому что пилить боковые валики немножечко, чтобы не было у меня ни пропилов, ничего. Так, все ровно сделала. Давайте начнем с большого пальчика, да? Ну, где фокус-то, ёкарный бабай? Так, ну, как обычно делать, более прямую форму буду делать. Не острые углы, я их закругляю всегда, чтобы мне было более комфортно, более удобно. Такой мягкий квадрат буду делать. Вот так все это дело отпиливаем. Так, вовнутрь все у нас убежало. Проверяем. О, господи! Просто, чтобы сильно не шумело, я пока пылесос не включаю. Проверяем. Ну, где-то вот такую форму я буду делать на каждом пальчике. Ну, соответственно, боковые валики. Ну, как боковые валики? Боковушки свои я подпиливаю вот так. Сильно на мяско не захожу. Чисто вот этот свободный край. С этой стороны то же самое. Потому что у меня ноготочки немножко клюют. Они даже не столько клюют, сколько скручиваются. И вот эти свободные я немножко подпиливаю, чтобы вот так вот у меня было ровненько. Так, мои ноготки подготовлены. Я их отпилила. А теперь обезжирим их. У меня вот такой обезжириватель и безворсовые салфетки. Достаем штучку. И хорошенечко протираем. Так. Теперь у нас идет праймер. У меня вот такой. О! Который хрен откроешь? Я кисточку так обжимаю. И наносим. На все ноготочки. Кто-то делает без него, кто-то делает с ним. А, я по ручке уже с ним делаю и все. Ждем, когда высохнет. Так, у меня все высохло. База у меня Dance Legend. Эластичное покрытие. Flex Base Coat. Вот такая кисточка. Наберем немножечко сначала. Она достаточно густая, поэтому мне не особо ей удобно работать, ну, работаем тем, что есть. И наносим сначала тоненький слой промазывающий, чтобы у нас база хорошо растеклась, наша капелька, по ноготочку. Я сначала край свободно обмазываю хорошенечко, боковые валики, но так, чтобы, смотрите, чтобы не затекало. Вот так промазываем. Сильно к кутикуле я не подхожу.
Базой это делать не обязательно. Ну, лично по мне. Отступаю миллиметрик. Так, все. Ноготочек мы полностью промазали. Теперь набираем капельку. Набрала капельку. Жду, когда она немножко стечет, и наносим. Наношу я вот таким способом, елочкой, влево-вправо до свободного края. И потом это все дело аккуратненько подтягиваю наверх, чтобы сформировать ровный блик. База растекается по ноготку сама хорошо. Переворачиваем пальчик. Жду, когда стечет. Можно помочь тоненькой кисточкой. Кто-то прям кисточкой из флакончика. Кому как удобно. Так, вроде бы все хорошо. Отправляем лампу. Итак, базу я нанесла небольшим выравнивающим слоем. Не хочу сильно толстые ногти. Все, вроде бы блики ровненькие, не сильно толстенькие. Выбрала оттенок такой розово-красноватый, в основном розовый оттенок, Blue Sky A110. Не знаю, почему я его захотела, вообще не люблю такие сатиновые цвета, но почему-то прям захотелось у него синий подтон, поэтому интересный такой цвет. Как будто бы, знаете, как будто вишенка разбавлена с розово-синим цветом и мелкий-мелкий сатин. Давайте наносить, смотреть, как это будет. Я думаю, в два слоя спокойно ляжет, поэтому давайте наносить. Ну, видно, да, что у него такой синий подтон. Неудобно это делать на камеру, конечно, вообще. Ну да ладно. Знаю, что кисточкой уложу долго. Не надо мне писать, что мастера за 2-3 маха полностью наносят. Я и не мастер. Миллион раз об этом говорила. Я просто сама себе делаю маникюр и педикюр. Вот и все. И показываю, как наношу это дело я. Первый слой просох. Почему-то на камеру он выглядит прям таким алло-красным. В жизни он вообще розовый цвет имеет. Но я потом цветом разберусь. В конце сам покажу, какие у меня получились. Наносим второй слой для более насыщенного цвета. Так, покрытие я себе нанесла. На камеру красный, в жизни вообще розовый. Ну, не знаю, почему так цвет придает. Но я постараюсь вставить фотографию. Топ. Наносим топ. У меня лаки. Без липкого слоя. Вот такая кисточка. Давайте наносить. Так, набираем. И наносим. И одна рука у нас уже практически готова. Сейчас нанесем топ. Я быстренько сделаю вторую и к вам вернусь. Не знаю, почему
удобнее сначала одну руку сделать полностью, потом вторую. Не знаю почему. Но отпиливаю сначала обе, все хорошо. А именно нанесение базы, цвета. Почему-то мне сначала удобно сделать одну, потом вторую. Аккуратненько подходим к кутикуле, аккуратно подходим боковым валиком. Так. Так, все, наконец-то я маникюрчик свой закончила. На камеру они выглядят красными, в жизни они более такие вишнево-розовые. Я, конечно, постараюсь сделать фотографию с правильным освещением. Возможно, вы сможете увидеть. Ну, блин, нет, на камеру они красненькие. В жизни они розово-вишневые. Поэтому так. А, все, все, я все сделала. Давайте нанесем маслечко для кутикулы. Мы ее пилили, мы ее стригли. Ее надо увлажнить. Тем более у меня кутикула постоянно сухая. Я уже даже в ванну поставила себе масло, чтобы после мытья рук или душа я могла спокойно нанести. Не, не наношу. Максимум после свежего маникюра, ну вот, раза 3-4 нанесу, а потом все, я забываю. Ой, на большие пальцы много нанесла. А потом я все это чудесным образом забываю. Или лень. Кремом-то мажу руки, а вот кутикулу не. Не получается у меня кутикулу мазать никак. Так, разносим маслечко. Так, девчули, все, маникюр я свой закончила. Наконец-то. Завтра пойду на работу красивая. Вот такие леденчики, конфеточки у меня получились. Они смотрятся как леденцы. Ну да ладно. В общем, на камеру они у вас все-таки красные. Я не знаю, как показать вам цвет. Он нигде не берет почему-то у меня камера. Вы видите их красно-алыми такими. С легким розовым отливом. На самом деле они такие розовые. Блин, сейчас попробую еще какой-нибудь поймать. О, девчули, поймала. Вот. Вот они розовые. Вот они розовые такие. С мелким-мелким-мелким шиммером. Поймала их на кухне. Под шкафом. Вот свет у меня под шкафом находится. И вот, вот это розовый цвет. Не красный. Розовые ногти я сделала. Вот такие конфетки. На этом, девочки, все. Буду заканчивать свое видео. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Давайте дружить, давайте общаться. У меня уже много друзей. Много с кем из подписчиков я общаюсь. Девочки все позитивные, хорошие. Присоединяйтесь к нам. На этом все. Всем спасибо. Всем пока-пока.